18 километров еще предстоит отремонтировать на участке трассы Аулиеколь-Жолдама в Костанайской области. По проекту за 2 года в порядок планировали привести 207 километров дороги, однако один из участков остался без асфальта. Для окончания работ необходимо около 400 миллионов тенге. Они нужны на строительство автополотна и обочин. Сейчас на незаконченном отрезке сняли старое покрытие, укрепили основание. Проезд пока разрешен для всех видов транспорта. В связи с дефицитом бюджета мы переносим его на следующий год. Заключаем, направляем дополнительные соглашения подрядчику, что подписываем, и уже в бюджете будем предусматривать эти деньги. Работы начнутся как с наступлением погодных условий теплых, это май. Думаю, что июль месяц мы вот эти 18 километров положим в асфальт.